А будет свет, сказал Вован. И кнопку быстро он нажал. Всем привет, всем привет. Вы на канале Пиратская жизнь. С вами Нина его. Уже живет. Посмотри, ну какой человек, а? Уже живет. А у нас сегодня, смотрите, у нас сегодня селедочка. У нас сегодня картошечка с курочкой. Хлебца прямо так отодрала по кусочку. Кого ты отодрала? Хлебец. Хочешь, я тебя Так, короче, приятного аппетита. Тодралка не выросла. Тодралка не выросла. Ну тебя хватит, не переживай. Так, все, давай. За мою ногу счастливая, так сказать, последний укол. Надеюсь, он будет мне в пользу. Вот, и надеюсь, все будет хорошо. Давай. Тянись, тянись, тянись. Так. Ну, как говорится, приступим. Пока горяченькая, пока хорошенькая. Хотела селедочка. Кстати, да, что там как-то крошится. Вроде нормально по вкусу. И по сроку годности нормально. Какая-то она не плотная. Не однородная. Ну да. Может, сама селедка была. Может, по сути, уже соленая была. Просто ее изначально взяли и филировали. Положили. Ой, я сейчас авокадо разрезала. Такой вкусный, такой спелый вообще. Два дня у меня полежал в тепле. Идеальный стал. А брала был как камень. Я говорю, полежит, отогреется. Похоже, так и случилось. Так что там найти делать? Всё. Тоже греется. Я бы сюда. Зреют. Изнутри, да? Ага. Были мягкие, теплые, вкусные. А ничего с ним не будет. Каким темпом там мясо вылезет? Не вылезет. Если изначально он там не было. Селёдочку-то кушает. Вся лёдочка. Ну что, вкусненько. Можно мне. И соленое, и прочее. Ты так, знаете, на соленку потянул. Прям так захотел селедки. Офигеть. Угу. С чего? С чего бы вдруг? Не на. Такая вкусная подливка картошки. И селёдочкой. Картошечка. Вкусно это. Мы рабы еды. Так не крути. Ой, ешь, поти, работай. Ой, кайф. А еще вот подливочку можно взять, хлебушка. Вот этого мягкого, вкусного. Прям мы сегодня купили. И вот так там пройтись. Вот это вкусняха. Собралась. Так, раз, раз, раз. На Кубе не будет селёдочки. Ну, да, на Кубе не бывает, к сожалению. А в Италии селёдка есть. Можно поискать в Турции. Лучше в Египте. Тем более прямой вылет. Поедем искать. Кефа. А, смотри, как у тебя натекло. А, он же весь хлеб сожрал. Ты чувствовала? У тебя кусочек был больше. Да ладно. Так. Не меньше. Да. Ты себе больше взял. На. Нифига не настолько. Как хочешь. Не хочешь, как хочешь. Жадненько. Мое дело предложить. Что дело оказаться. Видите, жадненько какая. Ну да, конечно, жадненько. Хочешь хлеб, встань, возьми. Зажала хлеб. Я ему зажала хлеб. Хватит жрать хлеб.
У тебя и так вон картошка. Как будто не наешься. Это жадина меня называет. Нет, чтобы меня похвалить, потому что я за одним забочусь. Думаю о его фигуре. Хочу, чтобы ты был красивый. Я заметил. Стройный. А пирог себе никто взял? Это для меня. О, видите, нам. У меня красивая форма круг. Одну халю бужаю. Ночью. О, видишь, нормально. Халюли. Вроде там рука не разошлась. А то что-то меня один раз кольнули, у меня же как наркоман, блин. Неделю ходила. Всю руку растрабанила. А я тебе сразу говорю, как надо. Сделали? Да я так и сделала. Все? Я не знаю, почему так в прошлый раз. Сейчас я тебя надела, нормально было. А в прошлый раз аж кольнуло. Блин, какой вкусный авокадо попался. Будешь хлебушка? Так вот в эту мазюку. Я тебе для этого дала, а не для того. А что тут? Мазюку. Собери вот это все вкусное. Хлебушку. А с другой стороны, у тебя сколько утекло? Тут еще полбатона надо тебе, чтобы ты это все съел. Ладно, вилку собирай. Хочешь, я тебе ложку дам? Какую? Чайную? Угу. Хочешь чайную, хочешь столовую. Бери еще. Ну, сухим. Как дела сегодня? Сам свежий. И видно, что она немножко это... Но она по вкусу прям вот нормальная. Но какая-то она уже, видите, на волокна распадается. Мягкая. И что это такое? Я тебя подъедаю. А я тебе разрешал. А у тебя все равно хлеб нет. А я тебе разрешал. Хорошо, ты хоть вернул. Я думаю, сейчас еще и сожрет. Да. Мое. А еще раз вернешься, съем. Я тебе специально не оставил. Ну давай еще возьму. Да, хлеба надо. Так он вкусный, свежий. Давай. Все. Жадный. Вкусный хлеб. То он не ест хлеб, то драку собаку. Тот прям ломает. Он бы его резать. Хочется, хочется, хочется. Только с тобою должен быть. Красить твое одиночество. О. Украла. Да, даже себе не возьму. Блин, купил на завтра хлеб, ага. Весь хлеб сожрал. Сказал, я бы два батона. А то, блин, самое, нихрена тебе хлеб, ты его жалеешь, нихрена. А сам вон, драку собаку. Конечно, да, завтра такой вкус не будет. Поэтому я хорошо голову не понимаю. Что тебе? Ням-ням-ням. Очень вкусный салат с авокадо
Мягкое такое прям. Все целиком мягкое. Прям я резала, как масло. Подтаявшее. Вкусное. В такие моменты понимаешь, насколько вкусный авокадо бывает. Картошечка, да с селёдочкой. Еще, знаете, не хватает соленых огурчиков, капусточки и 100 грамм. Ну, как говорится, за все хорошее. За все прекрасное и хорошее, чтобы с нами было, ничего не обязательно делать. Давай, чуть-чуть, ну чуть-чуть осталось. Ну давай, рядышком. Давай. Хочется. Только с тобою рядом быть. Скрасить твое одиночество. Фильм была на процедуре. Вот уже уходила. Это женщина, которая мне делала этот физиопроцедуру. Поздравляю там. С Новым годом, вам всего хорошего. Там, говорит, ой, спасибо. Вы такая позитивная. Блин, мне так приятно стало. Я лежу, с ней болтаю. Я сюда. К ним одни негативные ходы. Я говорю, вот я тут это, в шортиках, в маечке. Я говорю, ну правильно, подготовились. А то ко мне, говорит, иногда бабульки приходят, это в трусах лежат. Я говорю, а я вот подготовилась культурненько, чтобы... В рятузах. В рятузах, да. Теплых. Не, ну я же знала, что мне уже колено подготовить. Понятное дело, что я бы там в штанах лежала бы, если бы там плечо какое-нибудь было бы, там еще что-то. А так-то что? В трусах там что-то валяться. Там в любом случае надо... Колено будет заголять. Там же через одежду-то не делается. Я знаю, что я позитивная. Поэтому у меня столько зрителей. Ям. Ну, теперь курочка, да? Пошла в бой. Всем по гусю. Хорошо, не туда. Так. Оп. Капец, какая-то военная операция. Реально, от войны до войны они живут. Американцы, да. Не такие. Одна заканчивается, другие начинают. Уже долг-то надо как-то спуливать. Он растет. За счет этого и спуливают. Может, проще перейти к созиданию, а не к разрушению. Нафиг надо. Нужно всех загнать в долг, а потом от них требовать все. Они сами долг требуют. Просто. Ты не долг тоже. Как правильно сказала женщина одна. Говорит, на самом деле ничего не прекратится. Закончится, например, вот эти вот военные действия, когда-нибудь опять пандемия начнется, какая-нибудь фигня еще. То есть, это прям, знаете, как запрограммировано. То есть, постоянно что-то происходит. То есть, прям такое мирное время, что такое спокойное. Ничего не будет. Прошло уже. Да. А причем, знаете, вот я что-то смотрела, вот историю, да? Каждое там определенное количество лет, обычно в начале века, все вот это вот происходит.
Так, вот до 40-х, 50-х годов. Потом, примерно вторая половина, она такая более спокойная. Все, кажется, перебесится. Ну, уже лучше. Но боюсь, на наш век все вот это вот выпадает. Так сказать. Вся вот эта гадость. Да. Что, возможно, наши родители, которые жили в те же самые застойные времена. Каждые тысячи лет меняются плюса. Так вообще там какой-то ретроградный Меркурий и прочее. Хотя, кстати говоря, у нас, по-моему, Роскомнадзор признал астрологию лженаукой. Вот. И просит всех не считать какие-то предсказания как последнюю инстанцию. Вот. То есть, если вы там будете ориентироваться чисто там... Мне там гадалка нагадала на карту Тару. Астрологи скоро останутся без работы. Да. А это мракобесие, знаешь, оно всегда было, если будет. Очень много людей. Понимаешь, людям, особенно с низкой, так сказать, интеллектуальной... Да. Им проще поверить в какие-нибудь, знаете, планеты, нежели чем понять, что на всех своих проблемах не надо пустить. Типа, встал не с той ноги и прочее. Я вот всегда видел логические, так сказать, вещи. А не то, что там где-то Меркурий с Венерой сошлись в седьмом доме. Или что там. Не, мне, конечно, интересно почитать. И некоторые даже совпадают. Но чисто, знаете, как это? Чисто почитать. Уж, по крайней мере, если мне там предскажут, что не выходите из дома, вас там это ждет. Это не про нас. Точно так же, знаете, очень многие люди, то они прям отмечают все праздники, там, туда-сюда. Все такие прям верующие. Но при этом позволяют себе говорить гадости, завидовать, сквернословить, плохо отзываться о умерших людях, понимаете? Это из разряда. Ты либо трусы надень, а либо крестик сними. Так что тут такое себя двоякое. То есть, с одной стороны вроде как ангелы, а с другой стороны... Демоны. Ну да. Лицемеры это называется. Лицемеры. Ну так. В общем, не все зависит от каких-то там вещей. Не все то золото, что блестит. Ну это тоже, да. Если уж ты верующий, нужно соблюдать все те заповеди, которые прописаны. Но, к сожалению, очень многие вспоминают только потом про это. А в жизни все мы грешны. Да. Иногда, знаете, в комментариях пишут такие гадости. Потом пишут, вот я была недавно в церкви. А потом читаешь комментарии этого человека, там же сплошной, не только не негатив, там сплошной вот этот яд, гадости, проклинания какие-то. Думаешь, господи. Кто эти люди? Да уж. Люди ли это вообще, да? Угу. Вот. В 15 веке был такой убийца, который после того, как убьет человека, шел в церковь исповедоваться. Нормально. И так... Типа вот ему говорят, грехи простят, да? От каждого убийства до следующего убийства он ходил в церковь. Ну, мне кажется, знаешь, это больше... Как ты ему батюшка говорит, отец,
типа, сын мой, вот какой толк, что ты ходишь, исповедуешься, типа, если это тебе не нравится, брось это. Он ему ответил, батюшка, я понимаю, что это плохо, но мне это нравится. Ну, раз нравится, значит, не просто так. Но вот это плохо. Я хочу попасть в рай, а не в ад. Вот хожу и исповедуюсь. Вот так вот. Хорош. Как-то так. А что же сам, кстати, Чикатило, по-моему, тоже он там. У него там семья была. Да? То есть такой прям, знаешь, там... Смотрела, короче. Да. Тоже он прям весь такой прям правильный, там туда-сюда. Церковь тоже там ходил. Ну, по факту вот каким делом оказался. Везде участвовал. Ну вот, блин, знаешь, он ходил этот. В ДНД он тоже был и прочее. Нет, он же был дружинник. Типа защищал. ДНД. Ну. В советское время было такое. Короче, жуть. Три человека ходили с повязками. Это красными. И, блин, с ними этот. Понимаешь, я говорю, это люди лицемеры, которые строят из себя праведников, но при этом творят вещи похлеще, чем, пардон, какая-нибудь проститутка. Она хотя бы этим деньги заработает. И не лицемерит. Вот так. Только некоторые это просто так для удовольствия заниматься. Некоторые, чтобы прокормить детей. Кстати, да. Кто-то совершает такие вещи даже не ради того, чтобы... Совершают-то они одно и то же, только у каждого своя предыстория. Да. Причем, знаете, всю эту предысторию никогда никто не знает, что подвигло человека к этому. Наверное, по собственной воле, там, типа, мне нравится. Или, типа, это легче, чем что-то сделать. Ну, это единица. Чаще всего такие вещи там или еще что-то. Идут не от жизни хорошей. Как сейчас помню. Чё помнишь? В 2003 году. И чё там? Было. Была такая работа, которая называется охранник. Платили на ней 10 тысяч. Была такая работа повар в ресторане. Один из дорогих. В городе. И там тоже зарплата 10 тысяч была. Только там ты работал с 10 до 10. Вот. Там и банкеты и прочее. Вот. Кто работал, тот знает, как там. Не очень легко. Да нет, это так. Нормально. Человек всегда ищет кто-то проще. Кто-то спал охранником. За те же деньги. Понимаешь, смысл в том, что человек всегда ищет что-то получить либо столько же, либо побольше, но сделать чуть поменьше. Это на самом деле абсолютно нормальная реакция человека. Как говорят, рыба ищет где бы не глубже, да. А человек где лучше. Да. Или как реклама ДОСЬ. А говорит, если нету разницы, зачем тогда мучить себя? Вы знаете, ни за что не поверю. Что практически ни один человек не мечтал, скажем так, оказаться на нашем месте. Чтобы, грубо говоря, как вы говорите, ничего не делать, просто кушать на камеру и получать денежку. Наверняка многие хотели бы, возможно, такое же сделать, да. Но опять же, тут начинается, ой, а что скажут? Ой, а у меня не получится. Да, и ой, начинается комплексы. Да. Но как только они говорят про себя, они говорят, вот я работаю там с 8 до 8, и не могу себе это позволить. Они сидят, жрут и получают там деньги, да? Так в чем же проблема-то? Пожалуйста, идите, я пожрите. Я уже одного человека. Получите. Он это... А, мне еще одна баба там это пишет. А не слабо ли тебе мне подарить пылесос? На Новый год. Типа, пришли мне пылесос. Типа, слабо. А ты иди канал сделай. Ты иди заработай себе репутацию. Подписчиков набери, чтобы тебе прислали пылесос.
А я на слабо меня берут. Я не собираюсь никому ничего доказывать. Я это заработала. Я сама решаю, кому чего дарить. А вот эти вот халявщики идут. Я тебе говорю, был такой человечек у нас. Он работал на заводе. Он был слесарь 5-го разряда. Платили ему, когда завод только-только строился, да, там 100 тысяч, грубо говоря. Ну, пока стройка шла. Налаживают там всякую прочее. После того, как завод сдали, он остался там работать. Это слесарь. Ну, что-то зарплата у него так раз и упала резко. Добрый 40 тысяч. Ходил он, ходил так, глядел на тех ребят, которые там стоят на проходной. И досматривают. И как-то шел в выходной день и спросил, а сколько вы получаете, ребят? Он говорит, 40 тысяч. Он так подумал, почесал репу, говорит, а нахрена мне идти каждый день корячиться без выходных иногда за 40 тысяч, когда можно вот тут вот просто стоять, также за 40 тысяч. Ну, про что я останавливаю, его не пойти. И он перешел в охрану. Все. Ну, опять же, он же не стал их опускать, там, говорить. Вот, вы типа там эти, ни хрена не делаете. А зарплата у них одинаковая. Нет. Может, они ни хрена не делают, но при этом их, ну, скажем так, их работу не блин видно. Нет, понимаешь, смысл в том, что деньги просто так не платят. Нигде. Ну да. Нигде не платят. Это только так кажется, что вот легко пришел в охране, посидел на стуле целый день и все. Да. Угу, нифига. Точно так же и блогер тоже. Если он получает за это деньги, значит, он что-то сделал для того, чтобы рекламодатели его ценили, там, рекламу давали. Чтобы ничего не делать. И денежки получать. И ни за что не отвечать. Вот. Там будут тебя платить 10-15 тысяч. Вот так вот. Просто так что, за то, что ты просто есть. Знаете, как мебель. Не суди, да не судим будешь. Не надо строить из себя праведников. Если вы при этом грешники. Вот так вот. Все, увидимся в следующих выпусках. Пока-пока.